народ, музей оказывается частный. Вот тут музей свободного полета. У него я уже не успела. Мне тоже дожести. Ладно, бог с ним. Очень интересный хозяин. Очень интересный такой ярко выраженный купол. И он еще барыжит тут монетками. То есть тут можно что-то еще и купить у него. Те, кто страдает нумизматикой. Но может быть я вернусь еще сюда, потому что у них, получается, из трех комнат осталась только одна. Пойду сейчас прогуляюсь до музея Грина и поеду обратно в Приморский. Август какой-то беспрецедентно жаркий. Не то, что даже жаркий, а душный, потому что, похоже, где-то заливает. Может быть, Ялту, может быть, Севастополь. А сюда приходит духота. Не столько жарко, сколько душно. Хотя море рядом. Должно так быть. Вот эта улица Куйбышева. Идем обратно на галерейную.